Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. Need a hit, baby, give me it. И готова еще 4-летие работать до следующей Олимпиады, которая пройдет в Пекине. Я не то, что готова, это моя цель. Моим наставником стал Брайан Осер. Есть два пути. Или сдаться. В моем случае это просто путь никуда. Или же бороться так, как в последний раз. Обожаю этот спорт, я не собираюсь его оставлять. Вы не представляете, во мне сейчас мотивация как никогда. Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка. Построить тело такое, которого у меня еще никогда в жизни не было. Главное для меня просто делать все от души.